Hello, друзья, с вами Стив Про, и сегодня у меня для вас довольно радостная новость. Сегодня, да, сегодня именно, возможно, выйдет новая версия Майнкрафта Pocket Edition, но она, к сожалению, не выйдет. Она выйдет всего лишь 6 апреля, да, осталось, конечно, немного, но все же придется подождать. Вы не подумайте ничего, это не шутка на 1 апреля, это реальная новость, которую я знал с интернета. Ну что же в ней будет? Спросите вы, к сожалению, в ней мало чего будет. Во-первых, будет добавлен новый скинпак, который должен быть, по идее, бесплатным, но из-за правил Google Play он будет стоить 10 центов. Но, по идее, это не больно дорого, поэтому купить его может каждый. Но узнать, как его можно купить, его можно взломать с помощью разных программ. К примеру, с программы Like a Patchel или программы Frighten, да. Во-вторых, будут изменены Точнее, будут исправлены все разные баги, которые встречались в старой версии Майнкрафта. Ну, мы будем надеяться, что будет довольно оптимизация, конечно. Но, возможно, скоро, через месяц после выхода этой версии Майнкрафта, выйдет 0.15.0, который сейчас все ждут. Почему, спросите вы? Потому что в ней добавят кнопку сглаживания, которая во многом упростит оптимизацию игры. То есть в Майнкрафте сейчас автоматически включено сглаживание, но теперь вы сможете его включать. Будет добавлена команда, да, это опять же новость, которую узнал интернета. То есть разработчики уже работают над этим, это честно я вам говорю. Работают над плагинами. Вот. И поэтому все это мы будем ждать в новой версии Майнкрафта. Ну а пока что мы будем ждать 0.14.1, которая выйдет на следующей неделе. Ну что ж, ждем. Ну на этом все. Ставьте лайки и, конечно, ждите новую версию Майнкрафта.